Всем привет, ребятки, мы продолжаем играть в игрушечку «Растения против зомби». В принципе, усаживайтесь поудобнее, берите всяких вкусностей, заваривайте чаек, ну а мы погнали проходить дальше необычные уровни. Значит, сегодня мы добьем режим пазлы. И смотри, какую я тут штуку интересную заметил. Значит, смотри. У нас тут 16 из 18 трофеев. То есть нам осталось всего лишь пройти 2 уровня и получить все трофеи. Но смотри, в чем прикол. Здесь не 2 уровня, здесь 4 уровня. То есть получится, что 20 трофеев из 18, но это тогда очень странно. Либо же мы получим какую-то необычную ачивку в Стиме за это, если пройдем здесь все вот эти уровни. Короче, в принципе, погнали проходить, значит, поехали. Так, окей, значит, погнали разбивать кувшины, значит, что нам тут выпадают какие-то очень прям необычные растения, вот эти с тремя головами, значит, будет какая-то мощная сегодня катка в плане этого. Окей, так, это растение мы защитим, сейчас вот здесь поставим. Так, давай-ка сейчас аккуратно, очень аккуратно прям. О, что это, фонарь? Вау, охренеть, круто. Прикольная тема. То есть... Так, ладно. О, гаргантуа, в смысле? Сюда вот эти штуки. Ты чё, блин, прикалываешься? Блин, лимпа, лимпа, лимпу уберите. Так, ладно. Картофельную минку мы поставили. Блин, он разбивает эти контейнеры, либо как их там, чёрту нахрен. Блин, капец. Это жестко. Это жестконько. Так, ладно. Окей, гаргантуа слит. Все, мы гаргантуа убили. Окей, ладно, так, значит, давай-ка ставить дальше вот здесь всякие разные растения. Окей, так, спокойно, спокойно, чуваки, вы чё такие мощные-то, алё? Так. Так, окей. Пожалуйста, слейте вот этого. Ну слейте вот этого гада, но я не понимаю, в чем прикол. В чем прикол, блин, ну это капец. Ты понимаешь, с металлическими ведрами нам мешают зомби, это ужас. Нам приходится вот так перезаходить левел из-за этого. Понимаешь? Так, окей, будем знать, что значит тут есть гаргантуа. Это очень страшно, это очень вообще жестко. То есть, во второй части, если я припоминаю, то там... Вроде как было показано, что вот, ну, в какой вообще ящике сидит гаргантуа. Здесь не показано, в какой вазе сидит гаргантуа. Это ужасно. Это ужасно, я тебе скажу. Это очень печально. Давай-ка сейчас, в принципе, разбивать дальше контейнер. Это сраная гаргантуа. Блин, вы издеваетесь. Окей, так. Двух выхлопов убили. Давай, давай, давай. Ты чё прикалываешься? Там два зомби, блин. Они прям идут, они прям прут туда. Так, все убили. Так, ладно. Капец. Ну вы издеваетесь. Так, ладно. Давай вот этого. Давай, давай. Вот так, шикарно. Блин, да вы издеваетесь. Ну ты посмотри. Ну так, ладно. Смотри, вот так он как бы взрывается. Все, вот этого, я думаю, зомби убьют. И вот этого убьют. Все. Великолепно, ребятки. Все, мы проходим этот уровень. Получаем заветный наш любимейший трофей. Круто, круто, все, шикарно. Ну вот, конечно, гаргантуа это было полностью вообще обескуражили в плане этого, окей. Значит, нам нужно опять скушать 5 мозгов, и сегодня мы тоже играем за зомби. Значит, смотри, тут аж от лимпа до футбольного зомби, прям целая линейка этих зомбарей. В принципе, погнали, значит, сейчас будем делать... Большой, гигантский, вкусный кушец. Давай-ка сейчас вот в ход пустим вот этого зомби-копателя. На него мы рассчитываем, потому что, смотри, все растения повернуты. И только вот здесь. Да, блин, звезда среагировала. Да ты чё, жри, жри, чувак, жри. Блин. Звезда ты грёбаная, блин, капец. Вот это плохо. Вот это плохо, ребятки. Звезда здесь реагирует конкретно. Сейчас она может еще раз реагировать, возможно, таким. Давай, давай, пожалуйста. Великолепно, великолепно, шикардозно. Сейчас она будет реагировать на этого.
Окей. А, нет, не реагирует. Возможно, сейчас она на этот подсолнух будет реагировать. Короче, сейчас будем аккуратно, прям вообще очень аккуратно действовать. Так. Окей. Вроде пока норм, реально. Вроде пока норм. Ничего такого. Ну смотри, в чем прикол. А, в смысле? В смысле он притягивает? Да ты издеваешься, блин, я... И вот это вообще просто гадко. Так, ладно. Надо было сразу лим поставить. Охренеть. Я даже не знал, что магнит отбирает этот... Этот, ну, кирку у этого зомби. Офигеть. Я вот этого даже не знал, реально. Так. Чё, давай действовать дальше, в принципе... Вот лучше сейчас, смотри, как-то попробовать в магнит убрать. Я даже не знаю, реально сложно, реально сложно. Вот смотри, все, окей, так он здесь выжрал. Так, давай. Давай, забирай. Шедеврально, так. Тут можно лимпика в ход пустить. А здесь зомби-шахтерку. Потому что уже больше магнита нет. Магнита уже нету, все. Так, не смей лимпа убить. Не смей лимпа убить, звезда грёбаная. Так, все, один мозг есть. Давай дальше, погнали. Жиракаем, блин, 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 блин. Давай, 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 давай. Я тебя верю, зомби-шахтер. Ты мне так помогаешь, вообще. Сейчас, возможно, знаешь, что будет? Сейчас он заметит вот этот боб. Его. Конечно, 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 заметил. Все, он его быстренько убрал. Ну что ж за ёшкин ты кот, просто вообще жесткий. Ну смотри, вот так мы можем пустить в ход одного лимпа. И вот так маленького, вот этого. Он шустренький, быстренький лимпик, и мы его можем быстро пускать в ход. Блин, ну вот эта звезда, она, конечно, напрягает. Так, ладно. Ну вот так. Да блин, пожалуйста, лимп, давай быстрей. Ага. Окей, кушать. Великолепно. Шикарно. Так, и вот теперь самое что интересное, нам надо как-то вот тут действовать. Я даже не знаю, как действовать здесь. Ну вот правда. Но я могу, конечно, вот знаешь, поставить вот этого зомби. Так. Ну он быстро, я думаю, сожрет гриб. Окей. Этот сейчас гриб испугается, как если ты вот ты помнишь. Давай, давай, пугайся, все отлично. Так, давай, давай, давай. Лимпушку сюда. Вход. Вход лимпа. Быстро пускаем просто. Так, давай. Великолепно. Давай быстрей. О, шикарно. Все. Да в смысле? Как так, звезда? Ты всех обескуражила. Это бесит. Это бесит реально. Ладно. Ну вот, к примеру, что взять? Я даже не знаю, что взять. Реально, вот либо зомби-шахтера, но он... Ну давай зомби-шахтера, в принципе-то. Нам больше ничего не остается такого. Лимпа, я не знаю, пускать или нет. Давай вот так. Давай, давай, грызи, грызи, мать твою. Великолепно. Ну, пожалуйста, не стоит, звезда, не стоит стрелять. Все, великолепно. Вот сейчас надо звезду срочно убирать, потому что она реально, она мешает. Она мешает нам делать наши великие планы. Давай, давай, давай. Пожалуйста, кушать. Реально, тут нужна тактика, понимаешь? Тут, здесь тактика. Ага, все, шикарно. Все, великолепно. Теперь мы можем ход прям пускать двух лимпиков. Окей. Ага. И еще вот сюда одного. Так, давай, 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 не подходи так близко. Ага, все. И вот сюда, окей. Господи, это реально было сложно, но все-таки как-никак это проходится. Реально, тут, понимаешь, тут нужна тактика, и главное, футбольный зомби
и зомби даже с прыгун, и зомби с лестницей не понадобились. Окей, выигрываем и погнали дальше. Окей. Так, остается все, 18 за 18. Остается последние два левела, называется Wastebreaker Endless и потом Zombie Endless. Окей, ребятки, пытаюсь раза 4 здесь уже выиграть, это что-то просто невозможно. Реально, все настолько тут сложно, это капец. Окей, будем сейчас действовать прям вообще очень аккуратно. Гаргантуа, который здесь находится, это просто обескураживающая тема. Так, ладно. Вроде пока справляемся. Так, ладно. Давай сюда. Блин, ну вот какого черта? Подарочек. Стой, бери подарок. Вау. Как клево. Великолепно. Даже не знаю, куда его запиндюрить. Давай сюда. Пофиг. Спокойно. Ай, Гаргантуа, он тут был. Блин, ну ты издеваешься. О, все, его убили. Убили старого вурдалака. Так, окей. Капец. Давай. Шикарно. Я боюсь уже открывать вот эти два контейнера, потому что хрен знает, что здесь. Ну, в принципе, банально все. Все банально. Окей. Я думаю, мы сможем победить такого. Думаю, сможем. Ладно. Ой, в принципе, сейчас попытаемся нагнуть. Не знаю, зачем нам давали солнышки, потому что с какой от них смысл, они все равно не понадобились. Все. Прошли. Великолепно. В смысле? Почему еще? Ты чё, прикалываешься? Как я это пройду? А, то есть Endless это бесконечный. Господи, ребятки, это бесконечный мод. Реально, я забыл, как переводится Endless. И вот оно в чем дело. Это бесконечный мод открывается. Все ясно с тобой. Все, ребятки, с тобой ясно. Все легко и просто. Все вообще никаких проблем. Все легко и круто. Окей. Ладно, в принципе, я думаю, отсюда, так как это бесконечный мод, мы же не будем бесконечно здесь играть. Так что, окей. Прошли, в принципе, погнали проходить вот этот уровень. Попробуем еще. Шикарно. Шикардозно. Так, подожди. А что здесь? Что здесь? Кого тут? Ладно. Давай вот этого зомби-ша... Да мать твою, ну ёшкин кот, ты понимаешь? Все, вот тут лимпик пройдет, вот тут лимпик спокойно вообще пройдет, без особых усилий и трудов. Окей. Так, зомби-шахтёрушку, давай сюда. Реально, лимп это такая тема быстрая. Все, окей. Так. Давай. Не смей. Так, окей. Хорошо, так, что здесь? Кого здесь еще? Ну, давай вот этого. Который делает подкоп. Шикардозно. Окей. Вообще круто. Круто. Тема идет вся. Так. Давай. Ну, я думаю, мы это быстро пройдем, реально круто. Это все дело проходится. Так, ладно. Так, какого же зомби взять? Я говорю, хрен знает. Хотя вот, давай лучше вот этого. Или бы какого? Вообще, вот давай вот так поставим. Будет реально лучше. Окей. И все, в принципе, одни мозги остались тут. Ну все, эти зомби дойдут, я вообще не волнуюсь. Как-то так, ребятки. Так. Окей.
Вот так мы прошли режим пазлы. Как-то вот так это все дельце закончилось шикарно. Окей. Давайте, ребятки. Классно. Давай. Давай, зомби-танцор, победи всех. Смотри, вот все. Как бы. Ага. Ну все, они проходят. И мы проходим, все, good job. И, в принципе. Либо погоди. Не, back to game, подожди, вот, все. Пройдено. Окей. Все, можно возвращаться в менюшку и сказать наконец-то, что пазлы пройдены. Все, ребятки. Прошли мы режим пазлов. Вот так это все выглядит. 18 из 18 трофеев. Продолжим мы в следующей серии рубиться в мини-игры и также в режим Survival. На этом все. Подписывайтесь на канал, делайте видео, ставьте большие пальцы вверх. С вами был Кот. Всем удачи и всем пока-пока.